Здравствуйте, все, кто зашел на мою страничку. Сегодня у нас очередной репортаж со Старого Арбата. Сегодня мы пройдемся по этим улочкам и посмотрим, как в этом году Старый Арбат приготовился к встрече Нового года. Уже в начале Арбата Старого мы видим предновогодние конструкции в виде украшения. На канале вы можете найти сюжеты как с прошлого года, как они были оформлены, так и просто прогулки. Но тем не менее люди просят, люди хотят посмотреть, и Арбат — это такая улица, что старый, что новый, которые требуют отдельного внимания. Каждый раз эти улицы, на мой взгляд, совсем иные. И стоит просто за этим всем немножечко посмотреть, понаблюдать. Вот такая вот красота. И вот такие вот композиции уже доступны здесь, в самом начале Старого Арбата. Конечно же, улица насыщена туристами. Вот такая здесь суета. На Арбате всегда слышны веселые изречения гуляющих, улыбку, смех. И, в принципе, это здорово. Как правило, многие компании проводят здесь разные мероприятия, и вот всему есть подтверждение. Красивые инсталляции. Возможно, здесь будут проходить какие-то конкурсы. Ну, на Новый год-то уж точно. И вот вы видите между улицами зарисовки Нового Арбата. На канале есть поездки по Арбату, по Новому, естественно. И я в конце ролика обязательно приложу ссылки на эти поездки по городу, по ночному. Вы можете посмотреть в этих сюжетах, то, как город приготовился к встрече. Вы видите, что снега нет, мы ждем его, но он обязательно должен появиться. Предпосылки. Вот. Рыбу, молочную продукцию в ассортименте детской. Африканская снегурочка. Сувенирная продукция. В общем, подобные домики будут расположены на всех основных площадях, улицах. Там, где будут проходить празднования, гуляния, все это вы сможете приобрести, если оно вам нужно, на вот этих вот развальчиках. Давайте я вам покажу красиво оформленные витрины. Так вот это выглядит. Конечно же, такие витрины проходить мимо не хочется. Хочется обязательно показать, как подготовилась Новая Заря, как они красиво оформили. В том году они находились немножечко в другом месте, но вот, тем не менее, подготовились к очередному году, к очередному новогоднему празднику достаточно здорово. Лайк в поддержку. Да,
всем тем, кто еще не подписался, всем тем, кому интересны обзоры Москвы, как развивается город, как он меняется, я приглашаю вас на свой канал. Подписывайтесь и обязательно не забывайте нажать на колокольчик. Он поможет вам получить информацию о том, что вышла новая зарисовка города, либо новый какой-то мой очередной сюжет. Но мы с вами идем дальше и смотрим на то, что здесь сегодня происходит. Здесь проходят конкурсы по моделированию, что-то вот собирают, роботостроение, с детишками занимаются. Классно, раньше такого тут не было. Уличные художники, их здесь много. В вечернее время, конечно, можно встретить только тех, кто занимается подобными граффити. Дневной свет им не нужен, им вполне достаточно освещения. И вот даже на моих каналах есть некоторые сюжеты о том, как они работают. Вы можете также их посмотреть. Для того, чтобы посмотреть на все сюжеты, которые присутствуют на моем канале, вам нужно нажать на видео, и вы увидите все те зарисовки, которые расположены на моей страничке. В противном случае есть темы, и их надо искать в темах. Ну а удобный способ — это нажать на видео и выбрать то, что вам понравится или то, что вас заинтересует. Конечно же, к самому празднику будет гораздо больше мероприятий, каких-то сцен, артистов, потому как будут перекрыты многие улицы, разрешат многим коллективам, многим уличным театром выступать, откроются какие-то концертные площадки, и все это будет доступно для тех, кто приехал в столицу, в Москву, кто встречает новогодние праздники, каникулы здесь, в городе. По-новогоднему оформленные витрины, их стоит обязательно посмотреть. Здесь, наверное, расположены кривые зеркала. А, нет, какая-то интересная композиция. Хороший маркетинг для в плане продвижения рекламы. Многие останавливаются, смотрят. С одной стороны, может показаться, что улочка небольшая, но тем не менее, поверьте, когда здесь проходят множество разных событий, то вам, конечно, так быстро не дадут пройти из одного края улицы в другой, потому как очень действительно много разных выступающих коллективов. Вот даже сегодня, проходя мимо, я слышал,
очень интересное выступление прямо в самом переходе у метрополитена. Очень здорово играет, и огромное количество людей, то есть, ну, наверное, человек 70-80 точно стоит, и пробиться даже сложно. То есть людям очень нравится. Овации, аплодисменты сопровождают их выступление. Ну и вот так вот выглядела старая Москва. Это вы сможете здесь посмотреть, как выглядели площади, центральные улицы. Такая вот выставка, как я уже говорил в других своих сюжетах, о том, что на многих улицах будут проводиться такие выставочные композиции в виде уличных выставок, на которых запечатлены работы неизвестных или даже известных фотографов, художников. Это все проводится при поддержке правительства Москвы города, и будет это все доступно. Ну а впереди мы видим очередного Деда Мороза. Африканского. О, и африканскую снегурочку. Понимают, что их могут увидеть их братья, потому как канал смотрят многие, поэтому не хотят поворачиваться в объектив. Вот сувениры и подарки. И я ошибся, потому как Новая Заря, она и здесь тоже имеет свой филиал и очень красиво оформлен по-новогоднему. В том году было примерно так же. Обратил внимание на то, что многие композиции в плане оформления города, городские вот эти световые инсталляции, они жонглируют по разным улицам, их переставляют, они стоят по многих других. Вот уже такие наблюдения я видел, ну, то есть мои собственные наблюдения об этом. Поэтому, возможно, вот эти арки в том году были где-то расположены в других местах Москвы. Вот так вот выглядит сегодня старый Арбат. Вот такое приготовление к праздникам. Ну, до конца еще, конечно, не доделано все. Но есть еще целая неделя. И я уверен, что в канун самих праздников, а также совсем в предпраздничные дни, здесь будет очень много народу, и пройтись свободненько, как сейчас мы прошли, здесь не получится. И, возможно, именно поэтому здесь не очень много новогодних композиций, для того, чтобы люди, прогуливаясь здесь, свободно себя чувствовали. В противном случае, если понаставить здесь много новогодних украшений, то, вот видите, если даже сейчас такая толпа, вы представьте, что будет здесь на сами праздники.
Ну а я на этом месте останавливаю свой репортаж. С вами не прощаюсь. Заходите по тем ссылкам, которые сейчас видите. Ну и также будет ссылка на новый Арбат. Нажимайте и переходите на это видео.